Что еще? Это еще воскресенье. Это он только приближается. Вот начинает. Вот тут справа внизу наши острова. И вот в понедельник он проходит. Ко вторнику он уже отходит туда, к Марокко. И дальше идет следующий. Но он дойдет где-то, цепанет нас ближе к четвергу. Вот что там в океане какая красота. Весельники повеселятся. Шмалину. Это уже четверг. Следующий. Ну, где-то он к пятнице сюда зацепит. Так что тут будет их два шторма. Вот пятница. С вами снова Дэн Змей, капитан, и я завершаю промывку системы. Она уже тут пару дней промывалась, раз там 7 заводилась, грелась. И вот такая жижка, это уже разбавленная, потому что я уже свежей водой туда проливал, кипяченый. Вот она такая вот вышла. А вот другое плечо, я тоже, вот можно посмотреть трубочку. Купил за 2 евро кусок трубочки в ближайшем магазине, нужный по диаметру. Не хотелось мне изоленту градить. И вот с другого плеча двигателя, скажем так, с другого отсека вода еще вот такая идет. А с того плеча, вот где сейчас, вот эта трубка где-то справа, она уже пошла почти прозрачная. То есть, ну, видно разные контуры. Вот, я наизусть не помню всю внутрянку двигателя, но внутри уже водичка залита практически чистая. А точнее, она... Нет, там еще есть на дне, да, она еще не вся вышла. Сейчас я еще туда подбавлю. Но вот такая вот гадость оттуда выходит. Это она постояла пару дней, вот этот промывающий состав. Сейчас промою свежей водой, буду заливать кулант. Вот уже замикшированный кулант стоит 27,5 евро, 5 литров. Там в районе 4,5 то должен быть 40 на 60 дистиллированной водой. Вот это будет залито после промывки. Также у нас такие микроподарки с помойки, скажем так. Вот этот буёк я нашел там на улице около помойки. В нем есть немного воды. Я нашел маленькую дырочку, можно заклеить. И вот здесь на причале, видите, с правой стороны у меня тоже такой старенький кранец. Там какой-то смятый кранец, тоже надо привести в порядок, помыть. Но в целом его вполне себе хорошо повесить где-то вот здесь, чтобы по приходе не бахнуться случайно бортом, что до меня кто-то здесь, вот здесь, видите, забыло давно, я его фиксил еще несколько лет назад, он висел вообще, то есть, ну, кто-то, видно, втрескался этим бортом хорошо. Возможно, им еще раз бахались, потому что трещина обновленная. Ну, короче, вот эта штука, она нам поможет. Еще мне соседи, ребята с Румынии, по-моему, они отдали мне старую цепь. Она, конечно, не идеальная, но она гораздо лучше, чем та, которая у меня есть. Я думаю, замочить в этом же составе, положить в остатках и дальше использовать. Может быть, мне товарищ Федор поможет ее покрасить какой-нибудь нержавеющей краской, чтобы она пожила еще некоторое время. Так она в целом крепкая, просто говорят, что у них этот электромотор, электровинч ее плохо там юзает, там что-то проскальзывает, прозвакивает. Поэтому вот они ее отдали. Видите, вода уже почти прозрачная. Я думаю, еще для контроля пролью пару чайничков, чтобы она совсем прозрачная была. Можно заливать кулант.